Агростес. Отес анхиноес. О, какая сообразительность. Это гентилус экскламатионис. Тидалу малиста фесейденей. А что? Тиде, вопросительный ти. А что другое, средний род? А, по твоим словам, ты малиста идены, ты так хорошо знаешь. В чем ты разбираешься? Хрисип. Тастон логон лектанос, гайс симбодизо тус просумилунтос, кай апофрату, кай сеопан, пойо фимон атехнос аутос перед хейс. Отвечает, в чем он разбирается, что он хорошо знает. Он хорошо знает тас плектанос, это от глагола плеку плести, какие-то сети, сети тонлогон, сети слов, относительные местоимения, с помощью которых я симбодизо, ну, я как бы сбиваю с толку, что ли, наверное, кого? Собеседников. И апофратто я затыкаю, точнее, преграждаю апофрассо. Апофрассо во время каких-то дискуссий я затыкаю им рот, так сказать. И, кай, пойо сеопан. И заставляю вот, буквально замолчать. Каким образом? Перед хейс, перед титхами, причастие перед титхами, как бы накидывая кому? Им, аутойс. Ну, просто-напросто накидывая от их нос им какой-то фимон. То есть фимон – это кляп, что ли? Намордник даже. Даже намордник. И накидывая им просто-напросто намордник. Народ. Оном это дюнам это ауте го аоидимос силогизмос. Имя же оном это чему? Те дюнам это ауте. Ну, буква дюнамис это сила, ну, какая-то способность. Имя же этой силе или этой способности это ну, даже с артиклем знаменитый какой-то аоидизм, прославленный силогизм. Агростес. Гераклис. Геракли, Геракл. Амахонтина кай беоэн легис. Ты говоришь о каком-то... Тина это, видимо, вот это слово мужского рода. Ты говоришь о каком-то неотразимом, то есть о силлогизме, который нельзя отразить. И каком-то прям насильственном. Вот это непонятно, кстати. Ты говоришь о каком-то аргументе или способе аргументации, который нельзя отбить, видимо. Хрисип. Скопайгун. Эстисой пайдион. Ну так смотри, у тебя ребенок есть? Тимен, ну а как же? Туто эн пос крокодейлос гарпасе пласинту потому плодзоминон эурон ка тасой аподесе написхнетой ауто эн эй пэста литхэс готи дедоктой ауто перитэс аподосеус ту брефус ти фэсэс аутон эгнокенэй. Если N это EN, если тут будет конъюнктив, да? Если как, каким-то образом пост крокодил, крокодилус, его, вот этого ребенка среднего рода, схватит как? Найдя его, от гаврийского причастия, найдя его, ну, гуляющего недалеко от реки, почему недалеко от реки обязательно. Ката, ката это кай плюс эйта. Это не приставка и не предлог кота, это эйта. И потом, гипесхнетый, вот после этого он пообещал тебе, что он тебе в будущем времени, инфинитив, что он тебе апудидуме отдаст кого? Ауто, ребенка. Если ты скажешь НИПС, правдиво, если ты истинно скажешь, хоть и дедоктой ауто, дедоктой это перфект от дидуме, а нет, от докео. В значении, видимо, принимать решение, ауто. Если ты правдиво скажешь, что он решил, по поводу чего? По поводу как бы отдачи назад аподосиса, кого? Вот этого младенца. Ну, то есть он решил отдавать или не отдавать? То в этом случае тифесы с аутоной гнокеной, что ты скажешь, что именно он решил, если он поставит тебе такой вопрос?
перед таким вопросом тебя, если поставить. Агростес. Дюсапокритон эротас, а порогар гопотерна и пона полуабойми. Ты спрашиваешь что-то такое, вот дюсапокритон, что-то такое, на что трудно отвечать. Дюс апокринумы. Да? А порогар. Ведь я не знаю апоро, апоро. Что, как ответив, я получу его, как я могу получить его обратно? Апулабами. Первое лицо аптатива. Аласю прос диос апокринаменос апоса саймо то пайдион. Мегай втхасе апокатапион. Ну, ради Зевса прос диос. Однако ж ты мне, ответив, спаси моего ребенка, чтобы для того, чтобы он не прежде его слопал, дабы он, не опередив, или просто, ну, это причастие предикативное, вот это катапион с глаголом «втана», чтобы он, не опередив меня, его не слопал, ты мне ради Бога, ради Зевса, ответив, спаси моего ребенка. Тхарей, смелей, кай алагарсе дидаксо май тхамусетра. Смелее, ведь я тебе, алла, это среднерод, нужное число, аккузатив, ведь я, ну, согласован тхамусетр, да, вот это алла. Смелее, ведь я тебя обучу и более удивительным вещам. Тапоя, каким? Хрисип говорит, тон тхеризонта, кай тон тхюри уонта, кай эпипаситен электрон, кай тон энке калюменон. Это перечисляются разные софизмы и софистические аргументы. Во-первых, я тебя научу тон тхеризонта. Тхеризон – это кто? Тхеризон – это этот жнец, тот, кто жнет. От глагола тхеризу – косить траву. То есть я, во-первых, тебя обучу софизму, который называется жнец. Во-вторых, кайтон курионта. Курион – это тот, кто властвует, господствует. Я же не знаю, как это перевести лучше. Повелительному, так это Дворецкий предлагает переводить. Второй аргумент, второй софизм называется курионта, то есть повелительный. И эпипасий, ко всему прочему, видимо, да, я тебя обучу аргументу, который или софизму, который называется электро, а также софизму укутанный или закрытый. Агростес. Тина тут он тонай энки калюменон, тина тен электрон легис. То есть первые два софизма его не заинтересовали. Он сразу переходит к чему? Ты как? Что ты, какой софизм такой ты называешь скрытый и какой ты называешь софизм электрой? Электрон, мен экейнен тен паню, тен агамемнонос. Гэта аута ойдете агама, кай ук ойден. Электру ту самую, ту, которая была дочерью Агамемнона, которая, говорит, как пани перевести, это все равно не скажу. Которая, одно и то же, та, одновременно гамма, и знает ойде, и не знает кайук ойден. Перистотос гара аутету аресту эти агнотос ойде мен арестен. Хоть адельфос аутес, хоть это гутос арестес агнои. Гар, ведь. Перистотос аутету аресту эти агнотос – это генитив с абсолютос. Тут у нас паристотос – причастие в генитиве перфектное от паристами, арест в генитиве, а агнотос – от слова агнос, тоже в генитиве. А УТ – это электро в дативе. То есть ведь, хотя, скажем так, присутствует рядом, ну, стоит рядом с ней, допустим, да, все еще неизвестный для нее арест, то есть какой-то незнакомец. Она не знает, что это арест. Что она знает про ареста, ой, демен арест, что он ее брат. Но при этом она агной ей в конце, но она при этом не знает, что вот этот человек, который перед ней стоит, что это арест. То есть она знает, что арест ее брат, но ареста, стоящего перед ней, она не знает. Она его не знает. Таким образом, она одновременно знает арест своего брата и не знает. Видимо, в этом софизм. Тон ау энке
ка люменон кай панют хаумастон акусе логон, а покриной гармой, тон патера ойства тон сеуту. И дальше, ау, да? Я тебе поведаю, расскажу следующий софизм, да? Энки калюменон – это причастие от глагола калюпто, энкалюпто, перфектное и медиапассивное. Закрытый, укутанный. Ты услышишь удивительный рассказ о вот об этом софизме, который очень удивительный, панио, который называется укутанный. Вот ведь ответь мне, апокриной гармой, тон патера ойска ту сеуту, ответь мне, ты знаешь ойстха отца, какого отца своего? Най, да, знаю, най. Тиун, энсой парастеса стина энке калюменон эромой. Тут у ойстха тифесэйс. Ну так что же, тиун, стало быть? Парастесис – это причастие аориста от паристами, ставить рядом. Ну, то есть, если n, n, поставлю рядом, поставив рядом с тобой, сой, какого-то завернутого во что-то, в покрывало, допустим, человека, я спрошу эрумэ, ты вот этого человека знаешь, тут уносится? Вот ты что скажешь, тифесис? Дэла дэ агноен. Ну, конечно, скажу, что не знаю. Хрисип. Аламен аутос гутос эн го патер гусос. Гост эй тутун агноес, делос эй тон патер тон сон агноон. Однако, конечно же, это и был твой отец. Так что, если ты его не знаешь, то очевидно, что ты не знаешь твоего собственного отца.